Всем привет! Вы на Доминусе, и сегодня мы с вами смотрим акапельные голоса BTS, или BTS Say No... BTS Say No Thank You to Autotune, где они будут петь, скорее всего, сами. Вот, послушаем, что они могут. Ну, понятное дело, что они могут очень много, они могут клево танцевать, могут тоже клево петь, читать. Вот, последнее видео вы можете увидеть в подсказке вот здесь. Вот также вы можете прямо сейчас спуститься и подписаться на канал. Вот, поставить лайк на это видео и нажать на колокольчик, чтобы вам первым приходили запрещенные видео. И написать в комментариях свои какие-нибудь пожелания. Вот, мне сказать что-нибудь такое, чтобы вы хотели посмотреть. Чтобы вы хотели, чтобы я посмотрел. Вот. И погнали смотреть. As a full-time army, you learn to deal with antis quite a lot. Most of the time, you should be the bigger human and just ignore them. Other times, you just have to hit them so far down in the ground that they won't be showing their trolling faces until I unstand BTS. Translation never. And that's basically what my channel is for. And before you go say that these vocals are invalid since they are just lip-syncing, I suggest you go watch this video. For now, I will let the boys sing for them. Какое видео? А мы его смотрели? Тене. Vocals are invalid since they are just lip-syncing. I su- Just you go watch this video. For now, I will let the boys sing for themselves. We're going from LA to Chicago, New York to Brazil. Как это плотно, как это насыщенно звучит. Еще раз, еще раз, еще раз. Это никакой, значит, такой... Это нормально, значит, на, нормально. И достаточно высоко, кстати. И вот этот коронный такой, знаете, какой-то хроматический такой, ну... Музыканты поймут, а не музыканты не поймут. Хроматический такой сход чуть-чуть. И вот этот сход. Очень тоже клевый. Ну тут, кстати говоря... Мне кажется, или сейчас будет что-то довольно жесткое. Хорошо, жесткого пока что ничего не случилось. Я хочу сказать, что тут довольно трудно определить, поют они вживую или нет, потому что там может быть очень качественный пререкорд, под который они очень клево попадают. И кто-то писал в комментариях под видео, где мы с вами смотрели Boy With Love Микрокосмос на ММА, что Микрокосмос был предзаписан. По-моему, он был предзаписан не полностью. Вот это закончился. Вот. Вот тут можно прямо четко услышать, где подклад был, а где нет. И он поет один уже. Классно. А как смотрит уже, господи. Там был прикольный тролль такой. О, это тоже очень классно они сделали в эту, что это терция или секс-то, я не услышал. Интервал. Очень классно. Знаете, отдает таким стилем Queen чуть-чуть.
Это привет, как ладно. Они бы вот в Линдете даже пытались. Тут даже такая немного не автотюновая, короче, слышна такая, знаете, немного цифрового фона тут есть. Вот. Ну что тут говорить, они же офигенно поют. Это может быть не голос там века какого-то, но это очень нормальный такой и отренированный вокал. Очень чистенько, кстати. Опять низкий Чунгук, ну что же ты со мной делаешь? А этот Чимин сверху, господи, что они делают со мной сейчас? И опять с глубочайшим просто тембром. Он полностью прав, это иргазм. Это уши просто твои вот так вот выплескивают все, что в них есть. Потому что это очень здорово. Он просто сказал, чтобы это выглядело хотя бы прилично. Он какой-то этого похож, султана реально вот здесь. Все знаем, что Джей Хоу брал пару уроков вокала у какой-то их там преподавателя вроде. Брал же. Если немного читать то, что он пишет, то можно поджать тогда нормально так. Me girl, so that I love you. No, you love me, boy, so that I love you. 언제나 네 곁에 있어줄게. Don't worry about a thing, my love. And I see swimming pools and living rooms and every place. Я только хотел сказать, это же не лайф, что он тут его всегда вставил. Довольно прикольно.
But everything is shattering and it's my mistake. Only fools fall for you, only fools fall. Haters say that BTS can't harmonize, so to end this video you get a full minute of seven magical voices clashing together in a choir of angels like they were born to do. Не надо, пожалуйста. Ooh, I can make it right. Это еще прекраснее, чем все, что мы слышали до этого. Ой, щитки молоденькие здесь или нет? Я что-то путаю. Меня прическа Намджуна сбила. Из-за того, что он ее так вот понял, показалось, что он какой-то... Молоденький стал. А ты как себе реагируют очки? Меня отвлекают опять. Это очень здорово, когда Чимин подключается к общей партии, когда он сверху, это очень здорово звучит. I love ARMY. That's it. I'm gonna take shot. Ай, отвали ты, короче. Послушали, посмотрели, как они будут без этих. Вот такие вот видео, я считаю, что их надо смотреть, потому что и показывать тем, кто говорит, что они ничего не могут, хотя сами ничего не знают, что они могут, что не могут, не знают их возможности, вот показывать, чтобы они брали и вот так вот делали. Вот. Присылайте мне побольше, да, таких вот видосов, там, со всякими такими вот, типа, где они поют там по отдельности, где они там поют поодиночке, какие-то их отдельные моменты. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, друзьям рекомендуйте. Ссылка на плейлист с остальными реакциями будет в описании под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, ВКонтакте, друзья, добавляйтесь, вот это тоже пишите свои рекомендации, оно тоже всегда открыто. Все вы найдете в описании. Всем до встречи, всем пока!